Предусматриваются, во-первых, в рамках программы объединить все виды инструментов микрокредитования, используемых ныне дорожные карты бизнеса, дорожные карты занятости и агробизнес. Во-вторых, представление микрокредитов как в селах, так и в городах. Микрокредиты будут выдаваться не только на открытие микробизнеса и расширение существующего хозяйства, как сегодня, но и на создание кооперативов и улучшение бытовой инфраструктуры. Суммы кредитов для сельхозкооперативов предусматриваются увеличить до 16 миллионов тенге, вместе ныне предусмотрено 6 миллионов тенге. Срок возврата, соответственно, будет увеличен до 7 лет, вместо ныне действующих 5 лет. Для остальных видов деятельности микрокредиты будут выдаваться в соответствии с действующими условиями дорожной карты занятости до 6 миллионов тенге сроком до 5 лет. Годовая ставка кредита будет сохранена для конечного заемщика на уровне 6%. Еще одной новой мерой, направленной на расширение доступности кредитов, является выдача кредита в сумме до 1,5 миллиона тенге без залога при наличии гарантии от финансовых институтов.